Привет всем, меня зовут Антонина, и сегодня я расскажу вам о городе Ротенбург, который находится в Баварии, в Германии. Итак, добро пожаловать в Ротенбург. Ротенбург об дер Таубер. Ротенбург на реке Таубер. Представьте, что мы с охранниками. Раньше мы все нападали на всех. Вокруг старого города стояла городская стена, штат Мауэр. На городской стене вы можете увидеть много различных табличек со странными названиями. Если я не ошибаюсь, это спонсоры восстановления городской стены Ротенбурга. Это чтоб стрелять. На бойнице. Как? Бойнице. Население города составляет примерно 11 тысяч человек. Площадь 41 квадратный километр. Это как бы стена вокруг крепости или что, Сереж? Да, вокруг города. Крепостные ворота Бургтор были сооружены в 1356 году и защищали город Запада. Для выхода из города во время боевых действий здесь существовал узкий лаз, так называемое игольное ушко, Надель-Эо, а ворота оставались закрытыми. О, оранжевенький. Наверное, сюда специально посадили. Русише туристам. Всюду это всюду. Полицаи. Также мы видели церковь святого Якова. Saint Jakob's Kirche. Появилась она в начале 14 века. Главной достопримечательностью церкви считается алтарь 12 апостолов, работы художника Фридриха Герлина. Вот там вот ты отсюда посмотри, там три пальца внизу, да. Вы, давайте мы вас сфотографируем. Давайте фотографируем. Ротенбург – это очень красивый город. Здесь есть, например, башня ратуши, примерно 60 метров. Она сочетает в себе готический стиль и стиль Ренессанса. Следующим интересным местом является музей имперского города – Райхштадт-музеум. В экспозиции музея представлено все, что из века в век создавалось в этом городе. Живопись, скульптура, мебель, оружие и так далее.
Робин Гуд. Да, девушек с замками. Робин Гуд. Тут тоже вот так все Робин Гуд. Кёниг Атрос. Стоэрен. Два раза дернули, три раза дернули, да, и потом нужно не открывать. Кодовый замок. Нет, там сломано. Сейчас Серега откроет. Сейчас выйдут, но скучат. Не, оно не работает. Это как показательно просто, наверное. Давай. Про Ротенбург также есть очень интересная легенда, как однажды бургомайстер спас свой город следующим образом. Во время 30-летней войны в 17 веке 60-тысячная армия католической лиги осадила протестантский Ротенбург. Предводитель католиков граф Тилли требовал немедленной сдачи города, в противном случае грозил жестокой расправой каждому. «Может, договоримся?» – с надеждой в голосе спросил агрессора бургомистр города Георг Нуш. «Ну, – затянул Тилли, – а слабо кому-нибудь из твоей мэрии залпом 3 литра франконского вина выпить?» Бургомистр посмотрел на членов городского совета, и те все вместе сделали 3 шага вперед. «Ну уж нет, я сам!» – обреченно вздохнул бургомистр. И немедленно выпил 3 литра. А потом, как уверяет городская легенда, спал бургомистр беспробудно 3 дня. История умалчивает, домой его отволокли или оставили от греха на месте совершенного подвига. Когда бургомистр проснулся, он с радостью понял, что город его уцелел. Ну, скорпион убивает змея. Ну, вряд ли, наверное, он убивает. В центре старого города располагается трактир господ советников, который был построен в 1446 году с солнечными часами и городскими часами. Каждый день здесь открываются окна справа и слева от городских часов, и начинается историческое действо «Волшебный напиток», которое связано с главной легендой города. Дословно Ротенбург можно перевести как «Красная крепость» или «Красный замок». И не зря он красный, потому что, во-первых, здесь в Средневековье питали очень много людей, а во-вторых, почти у каждого дома здесь тоже красная крыша. Даже тут мы нашли матрешек. Ну а самой жуткой достопримечательностью Ротенбурга является музей криминалистики Средневековья. Mittelalterliches Kriminalmuseum. Здесь вы найдете очень много страшных, ужасающих и в дрожь бросающих экспонатов. Много различного оружия, а также инструментов пытки. Даже провинившихся детей сажали на вот такую вот качалку. Наказание гулящим женщинам, плохим ремесленникам и так далее. Металлические маски позора, пьяная бочка, в которую замуровывали трактирных завсегдатаев, стулья с шипами и другие орудия истязаний. Мамочки. Кучу разных виселиц, макеты, пояс целомудрия и так далее. Здесь вы увидите много ужасных вещей.
Но, как мне кажется, один раз в жизни такой музей посетить можно. Еще эти несвежие булочки можете оказаться в такой клетке. Ангелочки? Вау! Жопу выставили ангелочки. Тринкбрунен. Колодец с питьевой водой. Движение по таким узким улицам все равно довольно-таки оживленное. А в конце нашего маленького путешествия мы нашли небольшую уютную кафешку и поели баварской еды и выпили вкусного пива. День удался на славу. Сейчас у нас загребут, сейчас такая облава, да? Маму напугали, все, она уже... Когда нас заберут, ну че? Съездила. У тебя есть право на один звонок. Да, адвоката. Вот здесь адвоката. Сказала тебе, забери меня. А, да. Адвоката, внимание. Я же по праву.